Безопасность Грузии и угрозы со стороны России – это главные темы, которые обсудят члены делегации фракции «Социал-демократы» Европарламента в высшем законодательном органе Грузии. На встрече председатель парламентского комитета по евроинтеграции Давид Дарчиашвили и глава комитета по внешним связям Акаки Минашвили представят гостям позицию официального Тбилиси. Председатели комитетов также обсудят детали соглашения о свободной торговле со странами Европы и упрощении визового режима. Главной темой встречи станет безопасность Грузии и Европы в целом. На встрече также будут рассмотрены вопросы интеграции Грузии в евраструктуру. Для нас сегодня очень важны такие вопросы, как свободная торговля и упрощенный визовый режим.